Улучшение жилищных условий – самое популярное на сегодняшний день направление в использовании материнского капитала. С этого года вступили в силу изменения в законодательстве, благодаря которым с помощью капитала теперь можно построить дом. Для этого необходимо иметь право на землю и уведомление о планируемом строительстве. Первый вид финансирования – это когда материнский семейный капитал используют в момент строительства. И здесь при поступлении соответствующего заявления мы тогда перечисляем 50% стоимости материнского семейного сертификата. И вторую половину стоимости мы перечислим, когда уже завершит строительство и нам предоставит все документы, подтверждающие, что дом построен, пригоден для проживания. Для подтверждения необходимо предоставить акт выполнения работ, который оформляет администрация того района, в котором выдавалось разрешение на строительство. Обязательно должен быть выполнен определенный ряд работ, такие как монтаж фундамента, возведение стен, кровли и другое. А если семья построила дом на свои денежные средства, а потом обратилась к нам за возмещение потраченных затрат, то в данном случае мы сразу перечисляем полностью денежные средства по материнскому семейному сертификату. Направить материнский капитал на улучшение жилищных условий с использованием кредитных средств с этого года стало проще. Теперь вместо двух визитов в пенсионный фонд будет достаточно посетить банк. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».